Микотон – натуральный препарат-биосорбент для очищения организма от шлаков и токсинов. Обладает высокими адсорбционными свойствами, способствует мягкому и глубокому очищению организма, восстановлению обмена веществ, улучшению питания клеток, нормализации работы печени, почек и других органов. Рассмотрим позитивное действие микотона по отношению к основным органам, выводящим токсические вещества – печени, почкам, желудочно-кишечному тракту, легким и коже. Микотон, очищая кровь от вредных веществ, помогает восстановить функции печени и желчевыводящих путей, уменьшая нагрузку на эти органы и принимая главный удар на себя. С помощью комплексного применения микотона можно устранить воспалительные процессы и застойные явления в желчном пузыре, остановить камнеобразование. А благодаря нормализации обмена веществ, камни могут раствориться и постепенно выйти из организма. Конечно, это процесс длительный, но результативный. Почечные камни могут образовываться в результате неправильного питания при употреблении продуктов с большим содержанием минеральных солей. В этом случае регулярное применение микотона способно эффективно поддержать функции этого больного органа, помогая постепенно растворить камни, вывести мелкие конкременты и песок. Со временем под действием препарата нормализуется водно-солевой обмен, прекращается процесс камнеобразования. А его антибактериальные и антивирусные свойства предупреждают воспалительные процессы в почках и мочевыводящих путях, способствуют восстановлению слизистых оболочек и эпителия. Еще одним из органов, выводящих токсины, является желудочно-кишечный тракт. Регулярный прием препарата предупреждает образование и заживляет язвы и эрозии, нормализует кислотность, снимает воспаление, способствует устранению дисбактериоза и гастритов. Препарат улучшает усвоение питательных веществ, снижает повышенный аппетит и тягу к сладкому, замедляет всасывание крахмала и жиров. Причиной плохо заживающих ран зачастую является их инфицирование. Поэтому так важно изначально обработать любую свежую ранку или ожог микотоном в растворе или сухом виде. Препарат наносится тонким слоем на поврежденный участок. Сверху накрывается салфеткой и закрепляется бинтом. Являясь сильнейшим природным антибиотиком, микотон обладает высокими антивирусными, антибактериальными и ранозаживляющими свойствами. Уже на третий день применения микотона количество микроорганизмов в ране снижается в 100 раз. Для сравнения, широко используемая в хирургии мазь Вишневского уменьшает их количество всего лишь в 10 раз. По сравнению с традиционным лечением, время полного заживления гнойных поражений сокращается с 12-14 до 7-8 дней.